Ну что, каким цветом будем красить наши ногтики? Ой, а можно разноцветными? Да, конечно, выбирайте. Давайте вот этот цвет на вот этот ногтик, а вот этот на вот этот ногтик. Я думаю, хорошо получится. А, да, еще. А можете стразик вот сюда добавить? Да, конечно. Любой каприз за ваши деньги. О, ну я не знаю, что мне делать со своими волосами. Они постоянно ломаются и тоньше становятся. Ой, да нормальные у тебя волосы. Ты на мои посмотри. А цвет какой? Совсем невразительный. Корни вырастают через 2 недели. О, даже говорить не хочу. Да шикарные у вас волосы. Вот я уже столько денег потратила на всякие бальзамики, шампуньки, масочки. Вот завидую я девушкам, у которых от природы такие сильные и красивые волосы. Смотри, какие волосы. Ага. Точно нарощенные. Ага, это точно. Ты, Лень, какая кролик. Да. Еще и везет же некоторым. Ага. Еще и сумочка, о которой я всегда мечтала. Кикимора. Здравствуйте, присаживайтесь, приходите. Что будем делать? Я иду на день рождения, мне нужны хорошие локоны. Девушка, давайте я вам просто на голову нанесу крем для депиляции. Я же буду лысая. Ну, лысая вы будете в любом случае, только мороки мне меньше.